Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Ratchet & Clank. Итак, мы сейчас находимся на планете Гаспар, очень такая интересная планета, с очень таким, скажем так, интересными элементами окружения, что очень-очень круто. По заданию, что получается? Даже не знаю. Так, как телепортироваться здесь на корабль? Вон телепорт, да, если я правильно понял. Давайте немножко зарядим вот этот вот турбо-буст. Я просто забыл, как называется этот... реактивный ранец. Да, нормально. Давай залезай, братишка, и полетели в нужное место. И куда мы направимся? Да ну... Ветер говорит, что на планете Баталии нас ждет некое важное сообщение. Отправляйтесь в форт. Защитить пушку звездного дозора. Ага. Вот так даже. Ну ладно. Посмотрим, что на этой планете есть такого интересного и необычного, я бы сказал. Потому что, ух ты, ледяная планета. Прикольно. Очень даже прикольно. Мне это очень нравится. Это же ведь... Это же ведь ледяная планета, правильно? Рэйчет, я веду бой с противниками в черте города. Нужна помощь. Ух ты. У тебя хватает болтов на кайфотрон. Приходи. Не надо тут никаких кайфотронов. Они жахнули электромагнитным импульсом. Нужно починить. Так. Стоп. Сюда? Ну, походу, да. Враги. Интересно, а почему персонаж сейчас не может использовать реактивный ранец? Как-то не совсем понятно мне это. Ну ладно, как я бы мелочи. Новый фагота, исходящий из этого сектора. Стоит проверить. Вообще, в какую сторону надо идти? Ух ты! Вот это да. Значит, в этом направлении, да, надо двигаться. Прекрасно. Хорошо. Сюда, да? Ну, чувак, я же тебе сказал, сюда. Ну уже. Вот, молодец. Ведь запончики такие. Прикольные весьма. Нравится мне это. Прыжочки такие. Все-таки экшен какой-никакой. Так, аккуратно. Сюда? Я просто как бы не совсем понимаю, что здесь нужно делать. Но это прикольно. Что ты творишь-то, а? Молодец. Замечательно. Давай. Гларки движутся к звездному дозору. Нам сейчас очень нужна твоя помощь. Мы почти на месте. Сдерживай их сколько сможешь. Сюда нужно двигаться. Да, все верно. Я даже удивлен, как так сумел сориентироваться сразу же. Где здесь что находится? Аккуратно. Вот, молодцом. Великолепно. Ух ты, вот это да. Обалденно. Эй, Рэтчет, это Грим. Я тут слежу за твоими подвигами и чертовски за тебя рад. Слышь, не помню, говорил я тебе, у меня есть брат на Пакитару. Фелтон звать. Я с ним мало общаюсь, потому что он тот еще лентяй. Но сегодня он послал сигнал о помощи. Он сказал, Дрэк атаковал Пакитару этими своими водосборщиками. Видимо, Бларгам понадобилась их океанская вода. Я хотел связаться с рейнджерами, но Кварк переключал меня на своего агента. В общем, если будет вдруг минутка, может, заскочишь к брату? Спасибо, парень. Горжусь тобой.
Так. Здесь мы задание выполнили, значит, можно телепортироваться кораблем. А дальше уже, получается, надо двигаться в другом направлении. Мне нужна помощь. Надо помочь рейнджерам защитить звездный дозор. Ух ты. Отправляйтесь к лифту. Ну, это сюда, что ли? Или как? Нет? Нет, не сюда. Это стоянка для такси. Рада вас видеть, ребята. Помогите мне очистить город от врагов. Обалдеть. Скоро, кстати, пикселизатор прокачается. Все мои ведомых сотрудников не сумеете уничтожить звездный дозор. Вас ждет увольнение из Дрэха Индустрис. Они лезут из-под снега. Вот, молодец. Почему вы до сих пор их не убили? Мне что, кого-нибудь из вас наказать в назидание, чтобы вы поняли, насколько все серьезно? Не подведите меня! А здесь куда? Ага, понятно, сюда. Ну, ребятушки, сейчас я вас тут пропикселизирую. Во. Вот так, наверное, будет правильно выразиться, да? Ух ты, гадина! Вот. Шикарно. Вот и мост. Приштыковали. Подожди, теперь надо посмотреть, что здесь такого есть интересного. А, тут лед. Ага, понятно, в чем дело. Видимо, лед не является для лобоксов естественной средой обитания. Очень смешно. Конечно, могли бы сделать какую-нибудь здесь какую-нибудь платформу такую, чтобы не пришлось опять забираться по этой дороге. Звездный дозор не будет уничтожен. Мы не сможем эффективно действовать в этом секторе. Провала я не потерплю. Так, нормально, боезапас закончился. Ну. Да ладно, здесь у тебя патроны закончились. Ну как так же, а? Враг убит! Готов! Хорошо стреляешь! Нормально. Ты о таком мог только мечтать. Давайте, бойцы! Вперед! Сюда? Нет? Прежде чем двигаться дальше, давайте посмотрим, что здесь есть. И вообще, есть ли тут что-то? Да, на удивление. О, замечательно. Ништячок. Сюда, да? Получается, в этом направлении надо двигаться. Прекрасно. Ух ты! Вот это да. Вот это было быстро. Но круто. Так, нет. Пикселизатор. О, кажется, подкрепление пожаловало. Да, сейчас это подкрепление получит. Ну-ка, давайте, расслабляйтесь, ребятушки. Здесь где-нибудь есть пополнение боезапаса? Да, вот оно вроде. Но не то опять-таки, да, получается, совершенно, которое нужно. Ух ты, гадина какая. Блин, ну что ж ты будешь делать-то? Так, ладно, пойти пикселизатор взять. Так будет гораздо проще и эффективнее. Однако. Давай-давай. Вот. Наконец-таки нормальные заряды для пикселизатора.
Прекрасно, урон повышенный теперь. Синобалдажник. Идем на ту сторону. Внимание всем бойцам! Наши юристы сказали мне, что по контракту я не могу вас убить или уволить, если вы не справитесь с рейнджерами. Поэтому мы с советом директоров... С этими лазерными турелями так просто не справиться. Придется поискать обходной путь. Вы идите, а я прикрою. Кольцо фула ваша. Вечеринки, орбитальные круизы и даже кулинарные курсы. Ну-ка сюда иди. Молодец. Ух. Вот это, конечно, гравитация. Это гравитация. Нормально. Прикольно даже, я бы сказал. Очень нравится. Подожди. Вот, давай-ка. Нормально. Двигайся. Его закрутили-то тут. Обалдеть можно. Прикольно, кстати говоря. Ух ты. Ничего себе. Вот эта штука. Сложно и прикольно. Вот это, конечно, класс. Вода такая. О, великолепно. Хорошо. Теперь попробую изнутри отключить энерготурели периметра. Привет, команда. Просто хотел сказать, как сильно вами горжусь. Жаль, что я сегодня не с вами, но сами знаете, как трудно записаться к массажистам. Давай, бери. Молодец. Ну что вы тут безобразничаете, а? Хорош. Ну ты чего? Молодец. То, что надо. Эй, робот, прекращай безобразничать. Рычаг, проверь связь. Мне нужно попасть внутрь. Найди там рукоять. Ничего себе, сколько тут всяких прибыл валяется. Однако. Хорошо. Здесь надо что-то найти, да? Я так понял. Но пока что не совсем понятно, что именно. Ух ты. Так, я заметил. Кристальчики. Как их здесь взять? Хорош такой вопрос, шикарный. Каким-то образом надо запрыгнуть вот сюда, вот на вот эту вот стенку. Но каким? Непонятно. Совершенно не понимаю, но ладно. Бери. Рэтчет, впусти меня. Да подожди ты. Видишь, я тут хожу, скарб собираю. Успею. Давай. Приготовься. Вот, молодец. Ты как, готов? Конечно, готов. Иди сюда. Прессуйте его. Готов. Чего присунуть? Обалдел, что ли? Всем озверевшая.
Великолепно. Так, кто еще здесь? Ого, нормально так. Ну. Бомбы, да. Будем использовать против этих роботов бомбы. Они очень на них хорошо действуют. Новый уровень, прекрасно. Так. Ну ты чего? Да вот, уже открыто как бы. Нормально. Великолепно. Надо взять патроны сейчас. Да, они действительно пригодятся. Теперь все-таки... Как же на эту стенку-то залезть? Блин, вопрос действительно очень хороший такой. Может быть здесь где-то? Я даже не знаю. О! А разве здесь не кристаллы должны быть? В чем прикол? Как-то странно все это. Ну ладно. Значит, сюда надо идти. Получается. Ну, топай. Что-то смотрю, для пикселизатора мало патрон достаточно. Это очень сложный замок. Я только что обновила твой лазутчик, чтобы проверить, как раз. Отлично, теперь отлично, спасибо. Не забывай пользоваться новыми возможностями. Замечательно. Орудие звездного дозора включено. Молодец, Рэтчет. Занимай орудие. Я прикрою. Будем сбивать эти корабли по одному. Когда орудие зарядится, открывай огонь. У них корпус слишком прочный. Придется стрелять из ионного орудия. Так, хорошо. То есть надо заряжать, да, оружие? Теперь понятно, в чем суть. Заряд ионной пушки 25%. Сбей их главные корабли огнем из звездного дозора. Это не знаю. Как тут собьешь ты их корабли с таким зарядом? Никакущим абсолютно. По большому счету. Да я уж понял, что прочный корпус. Что-то вообще как-то хреново заряжается пулемет. Я так смотрю. Просто ужасно. Орудие готово! Огонь! Хорош. Так, нужно вот эти корабли, значит, уничтожать. Для того, чтобы заряжать пушку. Заряд ионная пушка готова. Прекрасно. Прямое попадание. Да ты что? Так, прекрасно. 25%. Интересно, за уничтожение вот этих торпед
пушка заряжается? Хороший такой вопрос. Заряд ионной пушки 75%. Нужно еще раз! На. Попал! Классный выстрел! Ничего себе там шмаляет. Торпедами всякими. Слушай, ну хорош, ну не смешно уже даже. Заряд ионной пушки 25%. Аккуратно. Обалдеть. Этих ракет дофига просто. Осторожно. Орудие готово! Огонь! Великолепно. Молодец, парень! Они отступают! Есть! Будет знать, как связываться с галактическими рейнджерами! Да! Надо возвращаться на корабль. Ну так вообще великолепно. Ха-ха, ты справился, парень! Мы получили сообщение, что остатки флотилии отступают! Эларис, подтверди! Как точно, Бракс! Все оставшиеся корабли возвращаются на кварту. Вы славно потрудились. Согласен. Жаль, что меня там не было. Но мысленно я был с вами. Теперь встретимся и проследуем за Бларгами на кварту. Вас понял, капитан. До встречи. Похоже, это все. Ты хорошо потрудился, Рэтчет. Так. Ух ты. Вот эту пушку хочется. Разжигатель. Увидимся на кварту. Молодец. И куда мы направимся? Водосборщики Бларга все еще крадут воду с планеты Пакитару. Угу, кварту и Пакитару. Водяные резервы по Китару оказались в опасности. Рэтчет и Клан должны были уничтожить водосборщики Дрэга, иначе бы этот тропический рай превратился в иссохшую пустыню. Эй, сюда! Что ж, друзья, давайте мы на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока!